Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Джейн Тиссо, вдовец. 1876 год, масло 116/74. Вдовец – нетипичное произведение в ряду работ французского художника Джеймса Тиссо, который жил в Англии. В основном он изображал неотмеченных особой глубиной эмоционального переживания сцены и светской жизни, обеды, встречи, прогулки, беседы, посещения салонов и театра. К вышеобозначенному жанру на первый взгляд можно было бы отнести и данную картину, содержащую в себе настоящее чувство трагического, которое обнаруживается внезапно, лишь благодаря названию, и тут же открывает новое измерение, даруя зрителю возможность прочтения изначального авторского замысла. Сцена, которую можно принять за будничную, повседневную, превращается в тихое, но от этого не менее драматическое выражение горькой утраты, видимой и в отрешенном виде мужчины, и в том, как бережно он держит свою маленькую дочь. Девочка, должно быть, не осознает потерю или вообще не знает о ней. Ее беспечный образ дополнительно оттеняет и подчеркивает скорбь отца, испытывающего боль сразу за двоих. Кем был этот мужчина и существовал ли он вообще, не установлено. Однако считается, что персонажи изображены в саду лондонской резиденции Тиссо. Присущие живописцу высокое качество технического исполнения с убедительно написанными фактурами придает полотну еще большую выразительность. Вот такое описание я нашел в интернете к работе Джеймса Тиссо «Вдовец». 1876 год, холст масла, текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания. Смотрим работу.